Водочки? 4 пол-литровочки. Пиво? Да, 9 бутылочек. И сырку, конечно, к нему. Со слезой. Еще что будете? Не забудьте, пожалуйста, вот эту. Рыбу? Да, килечки. И шашлыки, конечно, будете? Да, на троих. 9 штук. Ага. Директор будет с нами. Хорошо. 7-й столик еще пол-литра требует. Я прям не знаю, они уже так? Ничего, Верочек, каждому по потребности. На-ка, вот подай в таком виде, для спокойствия. Он главный спрашивает, почему вы пьете? Где пьет один верблюд, житель пустыни. И рыба копченая не пьет. А чего и пить, она сама закуска. Рыба, вы знаете, от меня жена ушла. Маша. Лида ушла, в кино пошла. А на какой сеанс? На 18:45. Это ничего. А я ведь тоже здоровье-то расшатал. Как вот на ночь поем, так всю ночь АБХС во сне вижу. А ты не спи. Правильно. И все, и точка, и конец, и будь здоров. Рыбка, рыбка, где твоя улыбка? Полная, задорная я. Спеши слова. Уже луны растаял след, в лучах рассвета небо просит, а солнце шлет нам свой привет. Нам не страшна седая осень.